243. Итан на мать. Самая веселая часть трика. О, Темис Хэт. Сегодня стабильно 2 хп старт бытовая. Уже третий ран 2 хп старт. Уж как бы и неплохо, и нехорошо. Ой, ебать, Фолан выиграл Темис Хэтом. Фолан, ты чё, ебанулся? В смысле выиграл? И ВР берет, и в казино выигрывает, но что за Фолан? Везде-везде поспел. Справил. МК. 6 LPF, ХГ, МК. Привет, Фингер. Ключей нет. У нас мемный тринкет, кстати. Тринкет забавный на фарм автоматов. Очень полезный. Ключ есть, окей. ХП есть. Ну, Темис это неплохо. Даже без пробоя, без ничего. В принципе, это можно как-то использовать. Пауки! Пауки. Страшные. Я их заморозил. Вот, блять, вот так я и скил, да ты еще старик. Вот на этом уебане. Мерзкие пауки. Ладно, твои сын реберсом один чар. Ой, еще ключ. Уже аж 3 ключа, ничего себе. Бетроял, бетроял норм. Это реально хорошая, да. Дамаг опять высокий, тирейт, огромная скорость нормальная. Три секунды выигрыш недавно тестил, там не нужно тратить время на подбор 5 монет. Ну, наверное, я говорю, мне уже лень. Я даже не могу вообще реберсер поставить, по-моему. Я что-то там не получалось. Не стоит оно того. Можешь сам забрать ВР. Будешь VR-холдером. Комп говно просто. Думает. Купил себе комп первый раз нормальный в жизни. Думаю, теперь можем ему выебываться. Наивный дюк. Тарейки. Надо было, наверное, все-таки автомат взрывать, да? В том-то и проблема, что ни в чем он не неправ. Скоро в Ларс пройти, будешь 2 рана в день делать. Если Ларс сделал 3-4 рана в день, по-моему. Даже было больше. Но он был стримил по 9 часов в день. Айзек и при этом, когда делал 5 ранов в день за 9 часов. У тебя сейвов стало меньше, в этом на самом деле беда. Если бы я сейвов как раньше, типа 5-6 в день стабильно, я бы сейчас делал бы ранов 6-7 в день. И типа сейчас стримлю меньше. Старею. Я как наши, это, великие французские боги, не могу 10 часов хуярить Айзека в день, я... Я настолько конченый. Так бы тоже делал по 12 ранов в день, наверное. Но бог миловал. Это сработает? Да кто это, который читер?
Он хуярит по 9 часов в день Айзека. Не просыхая вообще. Я такого вообще ни у кого не видел, по-моему, за все время. А не, был один челик, забыл ник. Какой-то американец был, кто-то так же хуярил. По 15 часов в день бывало. Айзека хуярил стейки. Каждый день дох, потому что мертвый дух. Очевидно, там уже под конец стримил. Гениальный план по стрикам. Кто? Мы это имя вслух не произносим. Не хочу всяких бомжей пиарить. Тем более еще и читеры. Кто знает, тот знает. Кто не знает, тому и не надо. Говорится, кто понял, тот понял. Чем много? Лимонная хрень. Раньше можно не играть с блестниками со старта, а ты такие времена упустил, когда так можно было. Это было скучно, никогда не любил блестники и сейчас не люблю. В таком количестве постоянно. Я еще надеялся, что там тентейнер поломает блестники, но сука, он их не ломает. К сожалению. А так хотел, чтобы приломщики ебучие с этими блестниками дохли от тентейнеров постоянно. Но оказалось, тентейнер все-таки не ролит стартовая этому Идена. Очень жаль. Там вся этому остаются. Которые ты на старте получаешь. Спасаются наши ломщики. Ну, сейчас смысла подомало. Потому что тупо на один ран. Типа один раз взял эти блестники и все. Получил на один ран. Там 10 айтемов. Как бы немало, но как бы и... На один ран, сука, одна копейка опять. Опять одна копейка! Да вы издеваетесь. В смысле одна копейка? И реально хп 0. Надо было реально взрывать автомат на том этаже. Покупать хп синее. Вообще хп не дают. Окей, дают. Да они идут с таким хп. Дай копейку. Дай бомбу, окей, нормально. Бомба тоже пойдет. Да, я затестил, в том-то и проблема. Я нахуй тестил, сука, полчаса эту хуйню искал. Еле как нашел. Я, по-моему, там стрик уже 45, по-моему, успел набить, пока нашел. Нужный сид, которым прокнул тем-тенер с 10 блессингами. Я заебался. Фолан, ты выиграл. Можешь заказывать песню. Ока. Сундук, потому что взорвал как уёбище. Но насрать. Ты, говорю, выиграл, ну, казино. Ты же ставил на таймисхэт или я ставил на таймисхэт? Это было написано, Fallen 4 выиграл таймисхэт. Я ни в чем не виноват. Отстой, ну, в смысле, 3 айтема на выбор. Получил он каприкорн. Разве плохо за 15 копеек? По-моему, нормально. Ничего плохого в каприкорне я не вижу за 15 копеек. Полагается, можешь песню заказать с Ютуба. Но можешь и не заказывать, я не обижусь. Это трипл гифт, да. Причем гифт, который абсолютно вообще хаос, там что угодно может быть. Правда, гифт лучше, потому что гифт можно, типа, это, в нужный пул направлять. Тут такого нету. Так что такое. Не факт, что лучше гифта, но в теории тоже неплохо. Привет, панда. Ну, есть телепорт, то хорошо. Это приятно.
Давай попробуем. А вдруг рок ботом, правильно? Раз и рок ботом. Мы же верим в такие чудеса. Блять, не хочу я так фармить, демон отстанет меня. У меня сегодня времени фермить. Формула скоро. Я по лицу не получал 3 этажа, это невероятно. Формула, формула, да. Это не важно. Это не важно. Надо, кстати, не проебать заряд Пиднистоуна. Кстати, у меня бомбы ни одной нет, это плохо. Да, ведь это, скорее всего, плохо, что у меня нет ни одной бомбы. Тут явно ничего хорошего нету. Костры есть. Костры не утащил, ну и ладно. Мне нужны бомбы. Сюда я пишу. Зря все равно пошел, ну ладно. Че они не прыгают, они прыгают. Это не, неохотно прыгают. Заряжайся. О, зарядилось. Мне бы бомбу хотя бы одну. О, одна, окей, хорошо. Одна уже неплохо, а там может и вторая будет. В принципе, я на босса могу пойти. Заряжу этот киднистоун. Как ебану киднистоуном. И Рейнмейкер охереет, даже у него столько слез. Нет, сколько у меня будет слез. За раз. Просто охереет. Сколько грузчиков надо даже. Одни грузчики. Какой-то, блядь, не дашь, а какой-то, блядь, склад. Найс. Ну да. Просто уничтожен. Жужмент. Таур. Блять, ну наверное жужмент. Явно, да? Тут будут, кстати, камни или нет? Там были камни в Сокруме, да, ведь? Тут не то, что будут или нет? Будут, окей. Блять, охуенный спаун. Да, блядь, мне ебаный Киднистоун был! А-а-а, блядь! Киднистоун! Я его не ожидал. Ладно. И не дали запушить. Ну почему сразу у меня киднистоун был заряжен? Ну то ладно. Ладно, одна бомба есть, я думаю, уже нормально все будет. С одной бомбой. Одну еще где-нибудь найдем. Она может в магазе была, подожди. Там было на продажу что-нибудь. Хм. Еще и по скидону, нормально. Тут, блядь, опций миллиард, сука, ну, блядь, денег нет. Ладно, тогда под... нет, тогда подожди. Тогда подождите, нет, тогда давайте тут еще потупимся. Во. Хуйня получается, все не хватает, да? А вообще не хватает. Я не могу идти еще одну бомбу тратить, это уже очень дорого. И так у меня уже одной не хватает пока. Ладно, хрен с ним, без опций пойдем. Плевать. Это я брать не буду, все равно это просру тут же. Правильно, правильно. Челлендж, я не могу еще одну бомбу всирать. Дорого. Или я мог, например, челика взорвать, да? Вместе с челленджем бы ты проехал. Это, наверное, мог. Ну да. Да-да-да, я уже понял. Ухуй. Нету автомата нужного. Печально. Да, там, по-моему, можно будет и другую взорвать. Я так даже вот делал. Я вообще редко смотрю, типа,
Что там что-то можно взорвать, кроме кипера. Однажды я привыкну, что надо посмотреть ебучие секретки. С чем они соприкасаются всегда. Она открывает, но я не хочу ластом на новый этаж идти. Потому что я все руму прошел. Типа я обратно в этого, в Идена не превращусь, если пойду ластом обратно в зеркало. За картой. Хуя! Бахнула. Хорошо, бахнула. Найс, бомба есть, хорошо. О! Бомб! Миллион. Окей. Ну и нормально. Ну тогда и нормально. Не, тауэр я уже прожал. Не, тауэра уже не было. Был только хайпристес. Да господи, кинь стол. Пусти меня. Как мне рок-ботом? Как я, блядь, это запушил? Ладно. Бомбы все еще есть. Голова кипера. Блин! Ладно. Ебать. Затаймил. Опять стартер дек. Вообще деньги надо было бы оставить, да, ведь на ангела. Подождите. Хотя деньги надо будут, у меня же теперь голова кипера, правильно. Деньги, наверное, будут. Еще деньги. Сейчас, по идее, выгоднее не юзать свою голову в теме, потому что я меньше получаю так денег, наверное. А! Ага! Получилось. А можно надо... Я буду чаще пробовать. Вот, спасибо. Привет, Дес. Найс крылья. What the fuck? Ой. Так, а где бы найти красного хп? Роли голову, да? Я ебал один на этом ролить секретки. Это бессмысленная хуйня. Никогда этому роботу так не наролю, наверное. Не верю я в рол одного этого. Сокрума, сокрума дорого, чем не фармить. Сокрума особо тут не фармится. У меня бомба еще есть, вот это хорошо. Можно раз сделать, два и три. Сука, пол красного. Сука, одно красное, окей. Чуть не попал. Не, вчера реально было близко. Вчера было забавно, конечно. Как-то прям пошло-пошло под конец. Но фаготно, конечно, да. Фаготно что-то вчера такое себе получился. Кстати, у Грега был VR тоже прикольный, когда там в конце, по-моему, был сид 8 или 9 минут. Ну там какой-то был Айзек, по-моему, Проптозис TX, по-моему, под конец. Красивенький. А тут типа все наоборот, типа... Все было хорошо до, а потом все кончилось. А, да, еще и Сакет Харда, точно. Оно. Еще и эта хрень. Да, в этом все ванилораны. Да и не только, по-моему, ванилораны. Еще и не взорвал дверь. Патрулю. Три бомбы, окей. Еще одну бомбу могу просрать, но уже, наверное, не просу, наверное, еще одну бомбу. О, тут еще две бомбы на халяву дают. Окей. Найс. Так. Слушай, нормально пошло. Нормально пошло. Давай еще красного.
Ох. Я не умру. Взрывай автомат, твари. Охуеть, ну и ладно. Что ты, по-моему, дохуя хп слил. Ладно. Теперь, видимо, я это беру. А, ну ладно. Впрочем, нормально получилось вроде. Пойдет. Куда сыпется? У меня тринкет, который делает бум при получении урона. И по какой-то причине неведомой, когда он прыгает на автоматы, автоматы не взрываются, но при этом дают пэйаут, как будто они взорвались. Почему так, одному киллберну известно. Но, возможно, это не баг, а фича. Возможно. Неизвестно. Не хочу хп тратить. Так, у меня еще одна бомба есть. Ладно, я ее уже оставлю. Зачем все бомбы всирать? Так. Unknown. Книжка номер один. Первая книжка. Опять фарм. Я хп не вижу. У меня вроде ноль, да, красного пока что. Вроде ноль. Окей. Так. Вот это уже интереснее. Вот это уже поинтереснее смотрится. Красиво в камне, ёбну, зачем? У меня нет спектрала. О, одно красное. То есть одно половина красного. Это любопытная карта. Я же диплопи пока еще не видел, правильно? Вроде не видел. Justice. Одну красную. Две бомбы, но что-то, блядь, лениво. Но на самом-то деле, может быть, дам. То я потом забуду. Ладно, нож я, конечно, никогда еще, по-моему, не забывал, но все бывает в первый раз. Так что да. В целом, типа, выгодно собирать нож сразу, потому что, ну, если билда нет. Если билд есть на сайте, если билда нет, то, в принципе, нож что неплохо это помогает. По зачистке рум. Забыть можно, да. Я говорю, пока вроде я еще ни разу нож не забывал. Какой-то репа вышел, вот у меня такого не было. Типа я мог забыть оставить ключ или бомбы, это да. Это может быть, а вот если я уже пришел сюда, то уже... Вроде уже помню, зачем пришел. Какой, сука, экран атакует. Какое блядство. Что, даже не вижу. Ты-то, по-моему, хуйню уже пишешь весь стрим.
Не знаю, зачем ты это пишешь, но мне надоело это читать. Надо немного отдохнуть. Не люблю бессмысленный спам хуйни в чат. На какое-то похоже это заклинание. Это может быть здесь? Может быть не может. Это не Гидеон. Ты! А удобно получилось слово. Сделки нет. Она должна. Она может. Кстати, может, ее тут и не должно было быть. Сегодня маленький был процент. Тинтет. Тинтет паук. Дай кину. Ну-ка. Там я никого не буду фармить. Найс. Бомбу куплю. Пусть будет. Сколько у меня красного? 3, 2, 1, 5. Сколько-то есть точно. Какое-то красное явно есть. Тут тоже было красное. Можно подумать. Вроде я могу пофармить. Вроде я не нахожу секретку. Не знаю, где она. Попрошаек нет, кормить не будем попрошаек. Почему Айзек не прилетает на шипастыми камнями? Потому что есть один французский пес. Он так это, видимо, придумал. Потому что так нужно. Нож есть, все, поехали. Французский, ну да. Килберн же француз. Дети думают, что это игру все еще делал Эдмунд. Эдмунд там вообще нихуя не делал в этой игре. Почти ничего. Он имеет такое мелкое отношение к этой игре, именно к этому DLC, что даже его упоминать смысла нет. Это больше по инерции. Вообще вся игра, по сути, сделана Килбёрном и его там бригадой. Вплоть даже до дизайна отдельных вещей делал тоже уже не Эдмунд. Блёбики. Блёбики хорошо. Блюбиков берем. Что он делает?
Сейчас, по-моему, делает Мяугеникс. Это новая игра. Ну как новая? Игра, которая была давным-давно, как бы, анонсирована, но вот сейчас он типа вроде пилит активно. Что он делал? Не, ну он как бы все что-то делает, там идеи, типа, наверное, его, наверное. Те же альт-персонажи, это, наверное, его идеи. Сам концепт, скажем так. Дизайн там чего-то тоже, наверное, он делал. Ну, типа, весь кодинг, много спрайтов, все румы, дизайн рум и прочее, конечно, это все уже делал не Эдмунд. Почти полностью не он. Почти все, что мы видим, это делали люди уже другие. И тем более, тут половина контента из Antiverse, это тоже делал чей-то не он. Тоже делал Хиллберн. Я могу сохранить нож. Забавно. Вот так Эдмунд собирает деньги, самое главное. Уже с Айзека. Еще делает карточки. Ну, если будет Айзек 2, там, возможно, он будет что-то опять много делать сам, возможно. Если вообще Айзек 2 будет, если он его не отдаст Хиллберну. Опять на аутсорс. Привет, Хиллберн. Да не, никто не осуждает, просто говорю, что типа, ну... Что, по сути, игра это уже как бы не совсем даже его в этом виде. Но папа есть папа. Все-таки он это начал. Без него этого DLC тоже бы не было. В любом случае. Так, а Super Meat Boy 2 это вообще никакого не имеет отношения к Макмиллану. Ноль. Он там вообще никак не участвовал. Так что там-то может все и нормально будет. Если Айзек 2 будет делать сам Эдмунд. Super Meat Boy отдали давным-давно. Он там то ли что-то не поделил, то ли хер знает почему у них там не срослось. Ну типа там... Он давно уже, типа, к Team Meat не имеет никакого отношения. Макмиллан. Ну, игра, да, вышла такая. Кому-то понравилось, вроде. Все, ну, типа, вроде, кому-то она зашла. Ну, просто игра получилась совсем иная. Типа, вообще никак не похожа на первую часть. Сейчас говорю, Эдмунд делает чистый этот. Мяугеник делает. Который он когда-нибудь, может быть, сделает. Возможно. Есть шанс. Ну, вот потом, возможно, есть шанс, что будет Айзек 2. Еще через 5 лет. После Мяугеникс. Плюс-минус. Ну и то, по-моему, ничего пока не обещалось, в плане того, что вообще это, типа, будет вторая часть прям железно, так что ее может и не будет. Гарантии никто пока вроде не давал. Да как бы, гарантия от Эдмунда это, в принципе, кек лол. Даже если бы они были. Ну, походу, Вайлдкарта будет бесполезная. Вот это опять очень печалит. Очень печальный факт. Но что-то я не вижу, куда я могу тут Вайлдкарту нормально применить. Ничего нету. Печально. Нахер я тебя взрываю? Хотя, может быть, будет этот, как его. Просто... Иден Соул, возможно. Какой-нибудь. Хотя бы. Что-нибудь такое может быть. Вот это сыграть не будет. Нахуя мне это играть? Ну я пытался. Я пытался.
Shadow. Типа нужно было нож отправить в другую сторону и кидать потом сразу ключ. Но... кому не похуй. Вы думаете, мне не похуй? Тогда вы сильно ошибаетесь. Потому что мне похуй. Кинат Прокшеду мне тоже похуй. Пошел музон. Бах. Че не по идее вейфер, да, ведь? У меня вейфер есть. В принципе, я могу прокать шеду, даже здесь, наверное, могу прокать шеду. У меня будет 5, да, хп. Не, 4 будет хп, пока что минимум. 4 хп, вейфер, то есть 7 тычек. Может быть, может быть. Посмотрим. Может быть и прокнем. Зачем я это... Рефлекс. Рефлексы, с ними бороться сложно. Как не здесь? Видимо, не здесь, окей. Ладно, мы найдем еще хп. Где донат машина? Какая донат машина? Тут же корпус. А еще я скипнул кучу рум. А денег много, это да. Ну, кстати, в теории можно найти еще в аркаде где-нибудь, наверное. В аркаде в теории бывает иногда. Донат машины. Вообще, да, сейчас было бы хорошо ее найти. Это правда. Много лишних денег. Тарики. Это рейнштаун. Ясно. Это же бешеный цель, нормальный DPS. Удивительно. Удивительно. Тут есть сокрума или нет? Наверное, нету. Скорее всего, нету. А ебать, есть! Ха! Есть сокрума! Вот тогда и заебись, поехали. Вот и заебись. Сейчас-то мы все и прохнем тогда здесь красиво. А, вообще, у меня же еще анг, ёб твою мать, у меня еще и анг. Охуеть. Это плохо, у меня же сначала будет анг, да, а потом шэдоу, правильно? Бля, это будет сложно прохнуть. Это будет сложно прокать. Ладно, я потом убьюсь эти что об костры. Ничего страшного. Не дают убиться. Нет, все. Вроде пошло. Хорошо. Все, сейчас скоро убьемся. Немного уже осталось. Дай мне, поебал, спасибо. Спейсы. Это ангел синий, да? То есть еще тычка. Блять, подоб... Да, в пизду. Ну и ладно. Все равно... О, еще хп! Еще хп, да ёб твою мать, нихуя хп, сколько много. Кайф. Кайф! Еще и Берс Райт. Совсем кайф. Это будет походу фулл хп, да? Таким темпом. Жесть.
забавно получилось. Забавно вышло, однако. Кстати... Кстати, лол! Кстати! Кек лол, вы это видели? У меня же бёрст райт на Джутаса. Который стакает дэмэдж в одной руме. Ух, бля... Это будет много дэмэджа на матери. А, это будет хорошо, это будет неплохо. Это будет совсем неплохо, по-моему. Иден, конечно, считается. На Идене ты можешь за кого угодно играть, если ты начал ран за Идена. И нашел просто айтемы. Почему нет? Ну, Валхарта много не даст, так чисто. Еще один юз халявный. Но... Это мем. Это мем. Надо идти, надо еще один Two of Spades найти. Это было бы прям идеально. Еще один Two of Spades срочно. Причем там дамаг даже, по-моему, не падает. Дамагап. В плане, что там, по-моему, бонус не падает, но это, может, не показалось. Там что-то +2, по-моему, постоянно шло. Ключи трачу зря. Это ж мой дамагап. Не, вроде падает бонус, окей. Ну все, неплохо. Нормально. 50 он там. А, все, одна фата уже прошла, окей. Тупо на ключах одну фату прошли. Жесть. Привет, Яра. Упс. Медленно. Ага. Это я понимаю, заряженный ключ. И вправду, ключ был заряжен. 243. Чуть-чуть.